текущий момент у нас вывезено 50% практически. Каждая строчка – это маршрут, и мы видим прохождение. Это металлические контейнеры, где КГМ – это крупногабаритные отходы, а пластик – это пластиковый контейнер. То есть у нас по 4 машины сегодня на каждой работе. Итого у нас 12 машин на маршруте. То есть до конца дня должны достичь 100%. Да, 100%.